Всем привет, я Даша, и в этом видео я буду играть в Мисти на большом экране. Так, давайте выберем уровень и начинаем. Так, здесь нам представляется что-то. Ждем, пока у нас загрузится 100%, и нажимаем play. Мисти решил позапускать разные фейерверки. Посмотрите, какой у нее большой фейерверк. Вот это да. Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то я пранкану училку. 3, 2, 1. Молодец! Я пранкану училку. Так, везде зима, посмотрите. Мисти что-то там смеется, насмеивается. Странно. Так, давайте прыгнем. О, давайте возьмем лопату. Вдруг пригодится. И веревку на всякий. И давайте еще возьмем. Все. Кстати, а где у нее та самая большая хлопушка, можно так сказать? Интересно, давайте посмотрим. Так, бежим. Вот где-то здесь. О, ребята, вы видите? Офигеть, какая прикольная. Так, давайте. Так, веревка. Так, давайте под огнем. Так, теперь берем снег в лопату и сыпем его в ведро со снегом. Теперь берем ведро со снегом и ложим его, где у нас завернутая, как вы видите, веревка. Так, ну а теперь отбегаем, чтобы Мисти нас не запалило. Мисти скоро придет. Так, давайте здесь побудем. Так, Мисти уже на подходе, прям не терпится. Так, Мисти уже спускается по лестнице и заворачивает уже к нам. Надеюсь, она не ко мне подойдет. Так. Конечно, ну, скоро уже лето, но... А у Мисти все еще снег идет. Странно. Смотрите, какие у нее красивые облака. О, Мисти уже готова, видимо, к пранку. Ребята, посмотрите! Мисти вместе с ракетой! Бедная Мисти! Бедное ее лицо! И посмотрите, там сзади я. Наблюдая за этим пранком. Так, Мисти, и надо. Есть! И, естественно, нам дали плюс 50 монет. Так. А давайте теперь Мисти сломаем телевизор. Только как? Давайте сейчас это и узнаем, как нам сломать телевизор. Господи. Мисти смотрит эту передачу 24/7. Всегда. Может быть, ей как-то это испортить? Сейчас все сделаем. Так, блин, мне тут так нравится ходить и прыгать и так через эти кустики. Прикольно, на самом деле. Так. Открыли. Теперь так. Нам нужен молоток для этого пранка, естественно. Берем молоток. И давайте еще возьмем его вдруг. Сейчас, где он? Вот. Вдруг нам он понадобится, потому что Мисти, скорее всего, заколотила окна. А это не самое хорошее, что может быть вообще. Да, и она заколотила окна. Капец, Мисти. Отлично. Открываем. Так, осторожно, капканчик. Все, я сломала телевизор Мисти. Готово. Ну что, Мисти, как ты посмотришь свою передачу в этот раз? Кстати, она пошла там что-то поделала, и уже она опять смотрит сериал свой. Теперь Мисти и плачет. Так ей надо. Двоечки-то ставить мне не надо. Хоть бы хотя бы троечки ставила. Вы бы знаете, как я радовалась? Выше гор! Так, ладно.
переходим к следующему пранку, потому что, ну, как же не пранковать Мисси? Так. И давайте на этот раз. Сломаем ей кое-что. Так, ждем, пока загрузится 100%. Все, догрузилось. О, видимо, у Мисти стало очень жарко, как вы видите. О, позанималась Мисти, опля, опля. Мне кажется, ей нужно кое-что сломать, а лежак. Знаете почему? Кстати, посмотрите, тут соседи у нее. Давайте тут полазим. Ха. Блин, ну нельзя. Смотрите, ребят, я тут к соседям Мисти зашла. Прикольно. Тут мусор. Ну, короче, ничего интересного, ладно. Так, и что нам для этого пранка нужно? Наверное, когда Мисти позанималась, она, скорее всего, естественно, хочет полежать на лежаке. Поэтому я возьму кое-что и сломаю ей этот лежак. А для этого нам нужно... Это... Пила. А вот и наша пила, которая нам понадобится. А, отлично. Так, куда, интересно, Мисти идет? Она, по-моему, идет на второй этаж. Да, Мисти идет на второй этаж. А, это хорошо, то, что она на самом деле идет на второй этаж, потому что я смогу сейчас точно сделать пранк над Мисти. Давайте сломаем. Отлично, ну а теперь... Бежим, потому что Мисти сейчас будет идти сюда и лежать на своем прекрасном лежаке. Но мы пока можем полазить везде и так далее. Так, давайте возьмем его, потому что я не хочу сидеть на одном месте и ждать, пока Мисти там подойдет к лежаку и так далее. Поднимаемся по лестнице, а Мисти уже очень близко. Мисти очень близко к нашему пранку. Но я пока не могу полазить, посмотреть, поглазить. Ой, я испугалась груши. О, Мисти только что легла. Пранка не вышел, мне нужно было другую попилить. Но ничего страшного. Зато Мисти хорошенько отдохнула. Так, какой же пранк следующий сделаем? Интересненько. Давайте вот это. Очень на самом деле интересный пранк. Сейчас узнаем, так, 100%. И нажимаем play. У Мисти то лето, то зима, то лед. Она хочет покататься на коньках. Странно. Лето скоро. Она еще и смеется, что? Прикольно, так. У соседей тоже у нее зима. Ну, все как обычно уместим. Все как всегда. Так, ну здесь... Кстати, двери открыты. Зеленый ключ. Ну, наверное, не нужен. Угу. Давайте, мне кажется, через второй этаж пойдем. Хотя зачем? Там, может быть, наоборот, заколочено. Ну, давайте пошли через второй этаж. В принципе... Так. Мисти там бродит, ходит. Так, Мисти, по-моему, пошла почитать, как я так понимаю. Хотя, да, она пошла почитать. О! Откуда у нее этот сундук? Лазит и лазит. Так, ладно, мы пока можем пробраться. На кухню Мисти. Так, аккуратно лазим в ее шкафчиках и проверяем у нее все, где же у нее эта соль. Или не соль. А вот и то, что нам нужно. Так, интересно, куда Мисти сейчас пойдет? Так, давайте посмотрим. Так, давайте закроем здесь дверь. Ну-ка, она еще сюда пойдет. Она пошла на кухню и пошла в мою сторону. Классно.
Давайте выйдем на улицу. А то мне надоело сидеть дома, умести. А слово очень. А умести прям идет в ту комнату, где я была. А, видимо, она как-то чует меня, слышит. Странно, на самом деле, очень странно. Ладно. Нам все же нужно как-то до коридора добраться, чтобы... И еще, чтобы она нас не заметила. Отлично. Она идет куда-то. А, она идет на кухню. Ой! Я соль выронила! Ребята! О, она на второй этаж идет. Отлично. Ох, сейчас пранк получится. Так. Соль запихиваем в воду. Ну, то есть в кувшин с водой. Берем кувшин с водой. И бежим ко льду. Мисти говорит, что у нее прям очень красивая голова. Ну а тем временем я уже все залила водой и солью. Отлично. Ну а Мисти уже бегом бежит кататься. На дворе месяц май. Мисти, ты что творишь? Так, ну а теперь ждем, пока Мисти придет и уже поскорей на лед встанет. Так, ух, она меня чуть не заметила. Капец, конечно. Мисти так катается. Прикольно, ля-ля-ля-ля-ля. Кстати, я там сзади стою. И... Готово, есть! Мисти, ты замерзла? Есть! И этот пранк тоже получился! Ура! Так классно! Прям я уж обрадовалась! Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал и жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, перейдите смотреть следующее мое видео. Увидимся там!